Отечественные экспортеры получат поддержку от Европейского экономического сената. Казахстан наравне с Ираном и Турцией вошел в число стран, чьим предприятиям будет оказано содействие для выхода на рынки Евросоюза. В следующем году будет создан Европейский экономический центр. В него войдут 180 предприятий. Казахстан в нем представят 20 компаний. Компаниялар эле тандалмаган. Сейчас пока компании не отобраны, они будут выбраны по итогам заседания созданного координационного комитета экспортеров и инвесторов. Предприятия должны направить к нам заявки, представить свою продукцию. И далее, после оценки качества их товаров и переговоров с европейскими представителями, начнем оказывать помощь в продвижении на европейский рынок.